Танец не только выражение собственных чувств, но и хороший способ стать друг другу ближе. Общероссийский праздник для этого самое что ни на есть лучшее время. Около 100 нижегородцев на площади Ленина в этот день, прямо скажем, зажгли. Массовый танец – забавы ради и для собственного настроения. Участники акции через пластику и движение хотят показать. Ритмы улиц и клубов сливаются воедино. И совсем не важно, где именно с помощью танца ты становишься счастлив. Есть возможность потанцевать в несвойственных для себя стилях. Потому что это, если вы видели, это все на пересечении нескольких стилей сделано. Это очень классно, конечно. Очень хочется этим делиться, чтобы люди понимали, что это просто весело и тоже присоединялись. Танцы, они нужны в нашей жизни. Если на импровизированной танцплощадке более или менее профессионалы, то вокруг танцоры в душе. Прохожим затея явно понравилась. Вот только сами пуститься в пляс не решаются. Да все хорошо. Смотрим просто, стоим, отдыхаем. Скажите, сами бы не хотели попробовать? Не сумею, навряд ли. Ну, я считаю, нормальное времяпрепровождение, выходное. Ну, мне очень понравилось. Молодцы, что придумали. Организаторы массового танцевального флешмоба уверены, заряд хорошего настроения никому не повредит. Да и вся наша жизнь – это танец с разными оттенками настроения. Ну, мы хотели передать какое-то единение у нас здесь, в городе, плюс с другими городами, потому что флешмоб всероссийский, он проходит еще в нескольких городах. Ну и то, что мы живем в этой стране, и несмотря, может быть, на какие-то недостатки, все-таки мы находим поводы для радости. Это тоже определенный обмен эмоциями, энергетикой. Это заряжает людей, заряжает не только самих танцоров, но и заряжает зрителей, что самое важное. И в связи с этим все вот так вот солнечно, радостно, с улыбками. Участие в танцевальной акции принимают помимо Нижнего Новгорода и другие крупнейшие города России, среди которых Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи. По словам организаторов, всего по всей России одновременно приняли участие в танце более 1500 человек. Сергей Щеплягин, Ренат Бикбаев, объективно, НН-ТВ.